Всем привет, меня зовут Шустра, и я очень рада вас приветствовать в Chef Life ресторанном симуляторе. Это карьера, день 81. В ресторане завелись вредители. Замечательно, просто прекрасно. Так, у нас нет цели на сие мероприятие. Поэтому мы можем взять все, что мы хотим. И подбить это. Вот, допустим, тебя. Я точно знаю, что ты блюдо первого левела. Отбивная баранина в меду, по-любому тоже. Слоеные овощи, паста. Это третий точно. Что-то мясное у нас. У нас все мясное, оно карпаччо из говядины. Вот, кстати, я не уверена. Карпаччо из говядины. Так, смотри. Все хорошо. Гренки можно будет доделать. Картофель в панировке. Карпаччо из говядины. Кстати, можно переделать на третье. Киш. Я хочу сделать киш сейчас. И ту штуку, которую я поставила. Лангустин, лазанья. Лазанья болоньезе. Вот. Вот эта штука точно первая. Ризотто. Стейк из тунца второе. В общем, работу еще хоть отбавляй, на самом деле. Ладно, попробуем подавать самое простое и дешманское. Продукты испортились, ну блин. Do you need something for the fridges? Да, мне нужно кое-что для фриджес. Так как в серии у нас сегодня нет абсолютно никакого задания, мы с вами ни к чему и не привязаны. Так, киш. Мне на самом деле очень нравится киш. Это очень-очень вкусно. Так. Забились. Отлично. Ого. Томато. Салат латук. И еще бекон нам нужен. Панчетта. Панчетта, пачетта. Пачита. А, нет, это просто бекон. Так. Ну, листья по-любому... Ой, красивая какая, не могу, смотри какая. Обожаю листья. Красота. Кочерышечка. Кочерышечка осталась. Итак, место для работы с тестом. Мука, соль, вода, масло сливочное. Поехали. Давай, так. Замесюкали. Сейчас как насмотрюсь, потом как дома себе сделаю киш. Только мускатный орешек нужен, ничего себе. Так, в холодильник поставить песочное тесто. Не, не сделаю себе такое дома. Помидорку нарезать, салат латук разбить, для смешивания смешать. Угу. А его прям обязательно в холодос надо ставить? Место для работы с тестом. Ну, так. Угу. Давай проверим. Угу. Давай подсыпем. Мне нравится, как она его ручкой пробует. Да, оно должно подзайти, смотри. В холодильнике ему будет получше. Так, помидорку. Бекон тоже надо сюда, да. Угу. Все уместилось, отлично. Так, мне нужно, давай, салат вот это. А, нам... Подожди. Можно. Так, подожди, давай вот это сначала. Угу. Теперь мы можем сделать вот это, вот это, вот это. Видимо, мускатный орех надо добавлять уже будет непосредственно перед выпеканием.
Блин, киш это очень вкусно. Я тоже хочу киш. О, фига, их даже тут три. Да, угадаю, чтобы обмазывать, нет? Ну там, правда, только желток взбивается. Обычно яйцо целое не взбивается. Хотя кто как делает? Взбитое яйцо. Так, сделали. Сделали, сделали, сделали. Порезали, сделали. Поднявшееся тесто, сырой киш. Лорен. Духовка на Т3. Ты поднявшееся тесто? Видимо, да. Так, где-то что-то надо соединить тебе. Так, тебя, тебя, тебя и тебя. Давай посолим. А, сюда. Мускатничку. Ой, я думаю... Hey, how's everything? Everything okay, chef? Chef. Господи. Так, форма для пирога. Ничего трогать не надо, хорошо. Так, и... Подожди. Видимо, с одной порцией подать, да? Hi, chef. А, сделай мне, пожалуйста, no problem, chef. По одной порции, чтобы я проверила, что мне нужно сделать. Hello, chef. Так, выпечь и подать это с вот этим. Замечательно. Так, киш изучили. Крок-месье. Погнали. Крок-месье. По рецепту проще некуда. И все, да? А, вареный окорок. Хорошо. Так, главное не забыть, что у меня там в духовке. Почему оно не делается? А почему? Что, у меня доска, что ли, залагала? Или с ней ничего не делается? Сейчас узнаем. А, сразу на слайсе. На слайсе какого размера? Средний. Хорошо. То есть крок-месье, по факту, это, по-моему, бутик, да? Ну, если прям совсем упрощать. Так, хорошо. Так, там почти готово. Замечательно. А мне нужно лимон поставить взбиваться. Can't wait to get cooking. Стакан лимона и лимонный сок. Ага, почти. Ой, он еще и по кругу разделяется. Какая милота. Пойдем подойдем. Так. Ну, так что сегодня, так как мы сегодня без квеста, значит, мы сегодня просто учим рецепты. Ну, и я вам их показываю. Блин, красота неимоверная. Давай вот сюда. Ой, смотри, какая милота. Милота-лепота. А можно сделать напустую, да? Можно сделать так. Ага, это может быть. Подожди, а давай тарелку поменяем. R. Подожди, R. Давай возьмем вот эту нашу любимую. Просто капусту.
Так, розочка. Жалко, я не смогу так бальзамическим уксусом полить. Как там было красиво. Ну, так-то это даже сейчас красиво. Щух. Давай так. И это уже красиво. Для... Как его? Для блюда, которое очень быстро повысится, это прекрасно. Так, значит, нам нужно вот это. Our customers will be blown away today, believe me. Вот это, вот это. А где мой этот? Мальчик на побегушках. Что он делает? Где еще? А ты чем полы-то моешь? Шеф, иди, иди делай закуски. Кто дополнительную выручку-то будет маме подавать? Так, сыр. Сыр порезать. Все это порезать. Там еще что-то можно было порезать. По-моему, у меня что-то не хватает. А, это хлеб, это не сыр. Господи, каждый раз путаю. А, да, у меня что-то не хватает. Сыра кусочка не хватает. Вот он. Угу. Ну, вот там моё. We make a great team. I love that I can count on you. Там моё, но только знаешь, что не понимаю? Моё ли вот это? Карпаччо не надо никуда подавать. Ну, скорее всего, там лимон зажаристый. Вроде похоже на моё. А, так, что мне надо дальше? Стол для смешивания. Поперчить. Угу. Много сыра. Много сыра. Угу. I'm on my game today. I'm impressing even myself. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну ладно, да подаем сегодня так. Там делов-то, блин. Сегодня по факту у нас просто новые рецепты. Ничего больше. Ну и я подбиваю материал. Блин, до хрена всего. Так, и чё? Всё, просто подать? Даже ничего готовить не надо? Или надо? На сильно раскаленной. Слушай, ты мне уже больше не нужна. Может, ты пойдёшь тогда? Yes, chef. Да, давай. Так. Давай, раскались. Ну и все, она разогретая, огонь слишком слабый, и не забудь перевернуть. Ну да, по факту большой бутик с сыром. Пойдем выкинем пару руккол, чтобы не засоряли инвентарь. Он не успеет пожариться. Ну вот, теперь успел. Но все равно это, конечно, не идеалити. Сведения о кладовой. Кладовая сияет чистотой. Looks like it will be a good day, chef. Спасибо. Ой, расстроился. Да ты еще с ними посуду будешь мыть, дружок-пирожок. Фу, какой ужас. Выглядит отвратительно.
Ладно, для первого... Так, смотри, какая. А, еще и второе надо будет, да? Отлично. Порезан пополам. Заправочку херануть. Красота. Угу, здесь... Thanks for that advice you gave me. It was a great help. То бишь, мне нужно поставить сыр куда-то, но его уже перебор. Это как? И от этого я ничего не могу сделать, да? Красиво. А почему вот эта проблема с сыром не решает? Максимум, ну. В принципе, на самом деле плевать, это реально вот на пару раз подать, а потом. Типа, мне нужно еще сыра, но у нас максимум. И я не могу сделать следующий шаг, потому что я не все разместила. Соусом это фиксится. Это соуса недостаточно. Это я дурак. Ага. Ладно, пусть будет так. Не принципиально. Оставить эту. Зафоткать на память. Отлично. Так, открепляем. Лазанья болоньезе, косуле, овощной киш. Закрепляем. Так. Это что у нас? Козий сыр. Вкуснота-то какая. Лепота. Ну, как раз болгарский перец. Блин, а мне не вылезает цукиня. Надо еще, кстати, масло добавить. Так, ну нам наверняка надо будет еще раз тесто замесить. Даже специи никакие не нужны. Он идеально будет. Так. Болгарский перец опалить на гриле. Тесто туда. Пускай делается. Так. Это нарезать. Это нарезать. Nice menu, chef. Угу. Так, ты грейся. Часто недостаточно тонкое. Расходно. А, ну реально, смотри, оно плоское. Сейчас оно типа поднимется. Так, подожди. Дочаранам. Так, что дальше? Порезали все на сильно раскаленной сковородке. Яйцо взбить. Надеюсь, я успею. Нам же надо его палить, так что можно чуть-чуть и подпалить.
Так, не знаю. Solid foundation here, but we shouldn't get complacent. Иди. Careful, the restaurant is maybe not running as well as it should. Да, ресторан может работать и получше. Да ты ж моя булочка. Куда уж лучше. Так, так и так, да. Бедного парня. Пришлось, видите ли, в кладовке прибраться. Ужас-то какой. Ой, блин. Бля, сгорело. Сгорело. Ну, сгорело. Блять. Теперь нельзя его мешать. На С. Прекрасно. Ну и ладно. Взбили. Это все нарезать надо. Мне нравится, что today, до сих пор лаги присутствуют в игре. Ну, когда он, конечно, в таком состоянии, это прям не совсем правда, он так... Ой. Ну так, давай. Ага, еще вот это. Ну, будет на С, что мы теперь переделывать, что ли? Для того, чтобы выучить. Блин, красота. Так, на сколько? На Т3? Да, на Т3. А ведь скоро пицки пойдут. Ну как скоро, когда мы закончим это дополнение. Но все равно не может не радовать. Ну что ж, три начала дня, три рецепта. Ну, ничего. Я думаю, сейчас я к вам присоединюсь, когда мы уже отыграем смену, и я что-нибудь... Кто бы говорил. Так... Закрепляем болоньезе. Говяжья болоньезе в томатном соусе. Мы сегодня прям совсем-совсем по маленьким рецептам, но это тоже очень-очень-очень важно. Ну, на мой, конечно, субъективный взгляд. Так, и мяско, да? Этот рецепт должен был появиться у нас достаточно давно, но... Говядина для фарша. Как говорится, какая разница, если я все равно все рецепты доведу до третьего тира. Тоже мне. Классная мясорубка. Не шумит, ничего. Так. Ну, это прям совсем элементарно простой рецепт. Где требуется... Так, мясо перекрутили, лук нарезали. Как вы думаете, Касим сегодня не придет? Мне кажется, он не придет после того, что было вчера. Так, фарш, лук, томатную пасту добавим. Нам еще и тесто надо. Добавили. Ух, красиво. Тоже посолить надо, да? Но у нас ничего, кроме соли-то и нет. Угу. Надо будет накрыть. Угу. Подожди. Тут, конечно, лучше не это, не упускать. Так, поехали катать.
Тесто должно быть тонкое. Надо было резко. Так. Ой, как загустело, смотри. Так, а что надо дальше с тестом делать? Ага, на лапшерезке сделать листы лазаньи. Блин. А, его не надо даже это разогревать, смотрю. Точнее, в смысле, его надо подогревать. Лапшерезка. Классная машинка. Так, так и так. Ну, а, ну это когда мы еще улучшим ее. Там по-любому уж как бы должен быть и белый соус. Типа бешамель в идеале. А там уже кто как... Кто как любит, кто как могёт. А на сколько надо ставить? На Т2. Так, отлично. Открепляем. Косуле улучшенная. Овощная лазанья. А почему нет? Закрепить. А... То же самое, да? Сделать листы лазаньи. Ну, тесто у нас уже просто готово. Как бы почему нет? И не надо делать еще раз. Угу. Так, значит, нам нужна трава, лук, перец. Блин, она быстро готовится. Так, вода. Подожди, это не то. Это не надо. Это тоже не надо. Не пришел Касим, смотри. Так, так, так. Слишком уж он расстроился. Шеф, я перелистывала кое-какие древние книжки по кулинарным датам и примечаниям. Хотите узнать кое-что? Давай, рассказывай. Угу. По-любому надо уже снимать. Угу. Hi, hello, chef. What do you need, chef? Got it, chef. Иди, делай дела. Ты мне здесь не нужна. Не пришел ли? А, расстроился. Ну, полы мыть. Господи, какая большая лазанья. Давай так, так. Ой, какая красота. Ой, какая красота. Ну, ляпота же, а. Прекрасно. Давай пока оставим это. На память. Красоту такую. А он может, интересно, вообще не прийти на смену? Было бы чудесно. Было бы смешно. Так, тесто мы сделали.
На сковороде сделать пережарочку. I'm ready to give it my all today, chef. You can count on me. Так, и это сделать. Стакан маслечка. Не буду готовить все подряд. Так, что мне надо? Это морква? Да. Что еще сюда идет на сковородку? Болгарский перец? Здесь помидор. Да, здесь болгарский перец. Надо не перепутать. А, ну, в принципе, хрен ты перепутаешь. Тебя подсвечивают. Смотри, до сих пор реально не пришел. Забавно, что он не приходит. Так, противень. А, лист лазаньи. Ну и соус мы делаем, собственно. Our kitchen will run like clockwork today. I'm looking forward to start. А, это три? Вот это два. Убираем. Красоту такую ворочаем. Ну все, ставим в духовку, и еще один рецепт у нас изучен. Ну, я решила время не терять и все-таки выучить ризотто еще. Ибо оно тоже маленькое и не должно много времени у нас занять. Так, воду налить. Никогда в жизни не делала ризотто, никогда не ела ризотто. Овощной бульон. Сейчас иду. Я сильно переборщила с солью. How are you today, случайно. Так, пошли пока оформим. Интересно, я сейчас упущу, если буду делать. По идее, можно даже так подать. Предлагаю так и оставить красиво и хорошо. Can't wait to get cooking. Так. Это мы нарезали. Это с бульончиком надо перетушить. Ага. Ну, бульон нам тоже нужен. Так, слушай, а в ризотто тоже нужен бульон? Да, говяжий бульон. А, там нужен говяжий бульон. Ладно. Интересно, я успею это сделать? Возможно. Возможно, успею. В принципе, только то, что бульон долго варится. Но если я возьму все продукты,
Тогда за сегодня мы выучим как бы, ну, все рецепты, которые только вы могли. Что я планировала еще там на одну серию растянуть. Точнее, не на серию, а еще на один рабочий день. Но коль я выучила так много, так что можно и не париться, наверное. Так, что мне нужно? Я же могу все закрепить, да? Today is going to be awesome. Ля, опоздала, еще и радуется. Угу. Блин, а его надо сразу в слайсер. Иду. Овощной бульон. Подожди, все нормально. Блин, тоже что ли попробовать ризотто как-нибудь сделать? На Б. А, ну да, я же солью переборщила. Чего удивляться-то? Угу. Так, здесь просто поставить говяжий бульон вариться. А, тут даже ничего не надо. Ну, такие лисинки плавают, классные. I'm on my game today. I'm impressing even myself. Нужно больше плиты. Вообще жаль, что я не могу еще чего-то. Может быть, кстати, вместо мармида поставить себе этот. Может, я Хотя нет, третья плита мне ни к чему, ей-богу, клянусь. Нормально, я успею в любом случае. А, кстати, да. Угу. Конечно, успею. Ну, кстати, я не знаю, почему она автоматом так включилась. Ну, ладно. Она уже будет не идеальная. Так, значит, все это пара жарит. Еще и приправка нужна особая. Угу. О, упарилась, смотри-ка. Ну, тут по-любому, наверное, не одна порция. Достаточно долго оно делается. Сейчас еще раз такое же сделаем, ну будет хорошо. Только надо говяжий бульон. Ну мы дождемся, пока я сковородку помою. Смотри, смотри, сколько каши. Негоже, правда, ризотто каши обзывать. Everything ready for this evening, chef? Mm-hmm. Да, ты чё? Так. Прекрасный ризотто. Выглядит ужасно. Но в моем сейчас исполнении будет еще хуже выглядеть. Даже не знаю. Нормально.
принципе, ничего так. Он даже не потонет. А тут потонет. Выглядит как кусочки бекона. Красиво. Сфоткать на память. Так, подожди, подожди, подожди. Так, тебя поехали. Вот этот ее косяк. Тертого сыр-то хребанула. Что же со мной сегодня такое? Оно подается, да, с тертым сыром? Да нет, слушай. А, ну в третьем этапе подается с этим чуть. А почему? Ну ладно. Не важно. Не важно. Ну и ладно. Ну все равно на. Более-менее. Все прекрасно, все отлично. Что ж, подаем. И на сегодня это все. У нас есть, конечно, там еще ризотто с морепродуктами. Безусловно, боже мой. Какая гадость, это ваша ризотто на вид. А у нас есть еще, да, одно ризотто, но мы уже, собственно, не успеваем его сделать. Поэтому хер ранем. Чихнем. Как вкусно. Что мы еще должны? Просто как будто рис с беконом подаем, да? Отлично. Да, здесь тоже прокатит такая штука красивая. Ну так красиво ложится в углубление тарелки. Отлично. На все, пожалуйста, нам свою собственную сервировку. Ну что ж, я отправляюсь дорабатывать смену. Апгрейдить снова рецепты. Так что увидимся в следующей серии. Обязательно будет ризотто морское. Ну и что-нибудь еще обязательно будет. С вами была Шу, удачи и до новых встреч. Пока-пока.